Привет, вы на канале Moonlight. Когда у меня остаются такие обрезки от предыдущих проектов, я стараюсь сделать какое-то украшение. Не так давно я нашла вот такую замечательную вышивку, совершенно случайно, и решила сделать колье. Дыроколом проделала дырочки, вставила люберсы. Сейчас я подровняю кромку. Равняю на глаз без всяких измерений. Прикладываю замечательную вышивку из бисера. Ух ты! Можно даже сделать синусоиду. Или косинусоиды это. Господи, боже мой, я геометрию 100 лет назад изучала. Короче, волна. Можно волной, а можно... Ну, не знаю, я посмотрю. Пришиваю эту бисерную вышивку по всему периметру. По контуру я пришиваю пластиковые бусы. Сверху я немного стяну радиус. Ой, нет, окружность. Полуокружность. Вот эту часть стяну чуть-чуть. Натягиваю бусики для этого. По всей площади решила раскидать вот такие вот бусинки. Думаю, что они придадут блеск этой конструкции и завершенный вид. На обратной стороне не видно ни одного шва. Благодаря 3-миллиметровому войлоку. Войлок очень толстый здесь получился. Вот такая штучка у меня получилась из отходов. Завершить эту конструкцию веревка из джута. Окрашенная куркумой. А вот так вот незамысловатенько. Раз. И все. И узелок на конце, чтобы не разболталось. И тут то же самое.